И сейчас у нас игра, там которая... костюмчик, да? Котика. Костюмчик, где... О, точно, вот этого вот. Котика с ирокезом. Это какой-то космический котик. Все, мне кажется, снова. Это может быть даже... Дубль 2. Да. Да ладно, чё? Holy Potatoes... Такой, Holy Potatoes, Aviapon Shop. Примерно так называется эта игра. С вопросительным знаком в названии. С вопросительным восклицанием. Так, Start Game. Где этот глупый клубень? Я же велел встретить меня здесь утром. Агент 46. Угу. Тонко. Он точно не похож на своего отца в этом плане. На своего деда. Ой, да, деда. Он понимал, что деда, но почему-то сказал отца. Так, нужно достать. Короче, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, 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 бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Идет непереводимая игра слов на клубневом наречии. Как тебя зовут? Леммушка. Ну, естественно. Welcome, Леммушка. Would your name your shop? У Леммушки. Точно. Леммушка З. Леммушка С. Ага. Отлично. Леммушка, Леммушка С. Саша, какой-то прибалтийский. Какой-то прибалтийский магазин. Окей. О, простите. Если кто-то обиделся. Спасибо, до свидания. Да. Гавс. Да. Так. Welcome to the Viapon Shop, Леммушка. Мне дают... Мне дают 500. Мне дают 500. Сейчас я все-таки... Стартового капитала. Подъемных. Да. 500 подъемных мне выдали. Так, так, так. Courtesy of 46. Ну, короче, понятно. Мне выдали 500 стартового капитала. Это замечательно, на самом деле. Так, ты новичок в этом городе, совершенно точно. И никто... Ни один клубень тебя не знает пока что. Ты будешь получать славу. Ну, понятно, работаем, хорошо работаем. Нужно обеспечивать не с героев оружием и да. Зарабатывать эту славу. О, лилястая помощница. Так. Лора. Лора. Она кузнец. Лора мой первый кузнец. Прошу любить и жаловать, ребята, это Лора. Будет делать оружие для тебя. Click on Лора Крафт. Лора Крафт. Лора Крафт. Да. Лаура. Лора. Лаура Крафт. Ее зовут Лаура Крафт. Ну, вот так ее называть. Лаура... Лаура дизайнер. Она хорошо добавляет атаку оружию. Понимаете, mm-hmm. Это ее как бы специализация, добавлять атаку оружию. Так, ну, существуют, очевидно, различные специализации на атаку, на скорость, на точность и на магию. Магию. Так, он, ну, кузнец должен стоять там, где... Там где стоит. Да. So she'll work best in the red attack spot. Отлично, uh-huh. Отправляем туда ее. А, есть разные точки, смотри. То есть вот зеленые точки, коричневые, синие еще. Так, лук. О, смотри, у меня еще новые кузнецы mm-hmm. появились. Так, Питер, металворкер. Рассет Питерс. Угу. Ты понимаешь? Нет. А что это? Нет, ничего. Я не понял, правда. Так, секунду. Где? Ладно. Клик он Forge Button. Хорошо, кликнем на Forge Button. И мне нужно выбрать дагер. Длинное, конечно, обучение какое-то, ну ладно. Я же выбрал дагер. Клик старт. Ага, понятно. Есть дагеры, луки и топоры. Ничего себе, что-то творится. Они танцуют какой-то танец. Танец кузнецов. Так, heroes also have stat preferences. Так. Speed. Stats make speed the primary stat of the Viapon by placing a smite in the green speed spot. Ну, у меня уже как бы смайт есть на green speed spot. Как раз вот этот усатенький. Во, смотри, то есть этот добавляет точности, стоя на синей точке, этот добавляет скорости, стоя на зеленой, а та уставшая добавляет атаку. Mm-hmm. У нас прогресс вот есть, прогресс такой.
Фигачим кинжал. Первое задание — сделать кинжал. Да, он просто будет называться Дирк, почему бы нет. Хороший получился, качественный. Задание выполнено. Кстати, эта игра еще даже не релизнулась на текущий момент записи на Steam. Поверить не могу. Прям вообще. Поверить не могу. Мое первое оружие. Так, не пялься на меня. Мы все еще не закончили. Здесь вообще 100 тысяч миллионов героев бродит. Безоружные. Ну, теперь ты будешь их снабжать. Ну, понятно же, я буду их снабжать. Все, они будут приходить, давать заказы, я буду... Господи, ребят, вы что такие разговорчивые-то, а? Клубни. Мужик так. В желтой бандане похож на Халка Хогана. Кстати, точно. Sell your first weapon. Окей, как это сделать? Let's go sell world map. Где world map? Кто-нибудь видит? А, вот world map. Сразу музыка другая заиграла. Такая. Торговая музыка заиграла. Sell weapons. О, ничего себе. Пойдемте в Noob Village. Нубская деревня. Да, нубская деревня. Так, вот. On the left panel. On the left panel. You can see... Да, у меня тут два героя на левой панельке. А на правой панельке... Возьмите dagger. Я взял dagger, окей. And the smite. Select the smite. А где? Ага. Так, так... Кузнец еще сам пойдет походу продавать. Ну давайте бабу отправим. Действительно, ее не жалко. Да. Мне кажется, что у нее лучше получится продавать кинжал мужику. Так. Она пропутешествует в нубскую деревню. Ну понятно, короче. О, тут у меня еще. Господи, нотификации какие-то. Это That's Up. Сколько понакручено, а? Сюда будут даже новости какие-то приходить, зашибись. Местный твиттер. Новости клубней. Вообще. Во, смотри, у нее какой-то прогрессик. Я хотела совместить слова клубень и твиттер. Я тоже подумал над тем, как это получилось, как-то не очень, решила не озвучивать. Клубтер. В лучшем случае клубтер. Да. Так. О, боже мой. Я могу выбрать, кому продавать. Ну вот, видишь, который дороже, наверное, дает. Который больше. А вот этот... Странно, а в чем прикол? Этот же очевидно дороже. Ну. А чё так? Two heroes. Так. Maybe the expected exp gain for each hero might help you make a choice since you gain fame. Next. Ну да, очевидно, этот лучший вариант. Все. Выберите героя и нажмите sell. Ну да. 375 бакинских. С удовольствием. Отлично. А начинали-то с 500, понимаешь? А уже к успеху идем. Идем к успеху. Такой, я хочу ковать. Так, продайте первое оружие свое. Все еще. Опять крикнул по ней. 375. Замечательно. Вот этот чувак стал круче, как бы. Я не знаю, что мне это дает, то, что этот чувак стал круче, но, возможно, это тоже важно. Так, кликните на точку. Вот сюда иди. Да и сюда, чувак. Все. О! Ваш магазин получил немножко известности. 42. Вот, я думаю, вот это вот. Так. Что-то в картофельный твиттер все что-то приходит. А, она спит, прикинь, коза. Иди сюда. Вообще, на том свете отоспишься. Так. Соберите, ну, скрафтите другое оружие. Я думаю, что можно скрафтить топор, что ли, замахнуться на топор. А, не, не могу. У меня нет ингредиентов для топора, для этого всего, ты представляешь? А для что этого еще есть. Ингредиенты ну, нужны. Ну да, да, как оказалось. Сейчас они начнут рядом. Снова танцевать танец, на маленьких танец кузнецов, танец маленьких кузнецов.
Так. Они могут... Твои кузнецы теперь могут усиливать оружие. Так, так, так. Ну, они могут бустить там какие-то... А, select stat to boost. А, я могу добавить в оружие какой-нибудь бустер. Я думаю, что для даггера очень важна атака, поэтому я выберу атаку. Select smite to boost weapon attack. Ну, конечно, она будет этим заниматься. Господи. Я же не буду за бабки услуги каких-то левых кузнецов покупать, фрилансеров. Что ж тебя знает? Она занимается дизайном, честно. Дизайнит со страшной силой. I was on a roll. У меня клёво получилось. Ей понравилось самой. Смотри, смотри. Главное, что она получает удовлетворение от своей работы. Он радуется. Это очень важно. Они все радуются. Мне кажется, тут еще внутреннее убранство наверняка будет меняться. Потому что я вижу разобранную просто в хлам печь. Наверняка ее можно будет улучшить. Там стены всякие с отходящими досками. Да, он будет называться Дирк традиционно. Primary stat. Атака. Да, отлично. Так, и снова нужно продать. Хорошо. Пойдем продадим в Noob Village. Пойдем в Noob Village. И вот прямо она же и будет этим заниматься. Ну не, хорошо получилось чао. В прошлый раз. Такая чао. Сэлвия оппоненту Noob Village. Можно, кстати, ускорять процессы. Интересно, им нужно там что-нибудь жрать? Да вряд ли. Лишь картошки. Ну да. Что может есть картошка? Господи. Так, ну вот очевидный вариант, конечно, это вот этот парень, потому что больше бабок. А, ну ему нравятся топоры, понимаешь? Написано, ему нравятся топоры. А вот этому нравятся даггеры. Может, ему все-таки как бы деньги-то вроде есть, и тратить их вообще пока непонятно куда. Я все-таки ему. Yes. Клептокиду. Клептокид. Клептокид. Вообще пока мне нравится. Я надеюсь, что, знаешь, надеюсь, что тут не будет какого-нибудь прям чрезмерного усложнения потом. И того, что тебе там нужно 20 мастерами единовременно, и у тебя по 20 мастеров вообще в каждой мастерской. Будем надеяться, что нет такого. А почему Виапон рейтинг С всего лишь? Обидно. Вот сейчас обидно было. Buy materials. О, подожди. Heavy Fever, это что такое у тебя там? Это просто, я так понимаю, погода указывается. Ага, на самом деле. Я тоже уже обращал на это внимание. Так. Ой-ё-моё, я наверняка смогу расширяться потом. Посмотри на это. Ты только посмотри на это. Наверняка я смогу расширяться. О боже мой, это пугает немножко. Отвечаю, смогу расширяться. Так. Так, а ей вопрос. Как купить... Как купить? Вот так, наверное. Виапон чест, нет, это все продано. Инвентори, сеттингс. Как купить? Непонятно. World map, во! Shop for items. В Noob Village тоже, что ли? Ну да, пока без вариантов. Так, я хочу купить веревок, потому что хочу изготовить лук. Нет. Не-не-не, я куплю дерево. Железо, бронзы. Я вообще всего, кстати, куплю по пятерику. Если хватит, конечно. Ну, кроме магической пыли. Еще кого-то нужно отправить, чтобы сбегало. Еще кого-то нужно отправить, чтобы сбегало. Кого-то. Ой-ой-ой, Area Event. Что такое? Happy Monday. А выглядит так, как будто что-то плохое произошло. Ну, вообще. Эффект Duration 3D. Короче, что-то произошло. Астрологи объявили там неделю чего-то в клубневом королевстве. А вот это что такое? Выпало вдруг. А, это вот как раз показывает. 2 дня 15 часов. Hero Exp. Так все-таки да, Hero Exp уменьшен. То есть ценник типа выше, а экспы героя будут получать меньше, но мы пока все еще не знаем, реально нафиг это вообще в принципе нужно. Continue. Размечаем ее вот сюда. Что там, в чатике что-нибудь пишут? Чатики?
Нет. Теперь нужно зафоржить лук. У меня на самом деле была задача именно купить 5 веревок. Так, стартуем. Они танцуют танец маленьких. Кого бы то ни было. О, я решил, что мне нужно сейчас же взять и усилить этого лука точность. Знаешь? Ну, это бывает нужно иногда. Ну ладно. Я не понимаю, можно ли как-то повлиять на процесс пауэрапов, вот этих бустов. Вот я ж кликнул, и что-то как бы нехорошее произошло. О, смотри, она прокачалась, и теперь она иногда две атаки добавляет вместо одной. Ну, по-моему, она прокачалась. Или это у нее, знаешь, критический успех просто. Критический успех. Ну, может быть. Так. Choice of Fate. Flower on its head walks in. Laptop in hand. It asks if you have Wi-Fi. Мне нужно принять решение, у меня есть Wi-Fi или нет. Ну да. Пусть приходит хипстер. О. 1500 мне выдали? Неважно. Мне выдали 1500 за что-то. Я скрафтил короткий лук. Я скрафтил короткий лучок, и мы сейчас... Ой, она какая-то прям... Ну, все норм. О, опять? Someone left a TV set at the door. Where is the remote by its side? Включить. Все отупели, потому что я включил телевизор. Отлично. Так. Get Archer to level 6. Окей. Okay. Сейчас моя задача, на самом деле, продать Арчеру. Кто из вас Арчер? Вот, продать Арчеру лук. И кто же пойдет продавать Арчеру лук, как вы думаете? Правильно. Работает в этой мастерской одна только баба, которая пришла первой. Так и есть. Так. Кто первый пришел, тот и работает. Точно. Продаем Арчеру. О, кстати, он и бабки самые большие за лук дали. Замечательно. Продать ему. Он такой с монобровью Арчер. Вообще. Бровьми союзен. Арчер бровьми союзен. Так. Ужас. Чё ты смеешься? Да нет, ничего, просто ужас. И мы прокачали Арчера, судя по всему. И Виапон рейтинг A. Отличный Виапон рейтинг. Так, сюда запипи, запипи-то. Get two heroes to max level. Интересно, как это сделать. Нужно делать им соответствующее оружие, я так понимаю. Я хочу сделать топор, честно говоря, и продать его файтеру. Мне кажется, в этом есть... А хотя нет, подожди, вот. У меня же есть арчер 6 уровня, и я могу прокачать его луком. Ну, вообще можешь. Но я все-таки хочу сделать топор, мне кажется. Мне кажется, это будет клево. Сделать топор. У него наверняка должна быть атака. Мы сейчас вкачаем атаку топору. Она сейчас задизайнит атаку на топоре. О, она даже не только атаку дизайнит, она атаку вместе со скоростью. Крутая баба, а? Она вообще все делает. Угу. Все делает, и продает, и покупает, и даже топоры делает. И еще танцует танец маленьких кузнецов. Денег 2300. О, снова принять решение. Так, какой-то радостный клубень. Улыбается от уха до уха. Beautiful. О, зафейлился. Ну, бывает. Ну, бывает на этой жизни, что поделать. Ничего, мы топор и так сделаем, отлично. Так. Этот чувак то ли прокачался, то ли ничего, я не знаю. Походу, прокачался. 94% у топора. Да. Ручное топорище. Отлично. Теперь пойдем продавать топорище воину. Кто же пойдет это делать? Известно кто, черт побери. Ну кто же еще? Она уже зарекомендовала себя как хороший торговец. Мы уже знаем, что она умеет хорошо ходить. Ходить. Так,
все можно продавать. Конечно же, о, за 800 готов купить, ты представляешь? Вот это да. Так, а у лука да мы так разбогатеем. Луки, а этому тоже нравятся луки, но с праймари статом на спиды. Ладно, в общем, продадим. Нравятся топор. Быстрые луки. Быстрые луки нравятся, да. Давай, женщина, возвращайся с добычей. Оружие продано. Рейтинг A. Опять-таки. Отлично. Пусть два героя должны достигнуть максимального уровня, да, говорите? Ну, давайте сделаем еще раз лук. И лук у нас будет на Акуросе, потому что у нас есть один у нас там хороший чувак, которому нравятся аккуратные луки. Че бы его не порадовать, подумал я. Так. О, левелап, отлично. Халк Хоган сказал «Та-да!» Так, «Та-да!» Ну, что еще он мог тикеты? Сказать? А что за тикеты? Я получил какой-то один тикет. Один билетик. Так, ускоримся. Все, изготовили. Да-да-да. Просто скромно короткий лук, назовем его. Зачем нам выпендриваться? Просто короткий лук. Кстати, а я только что подумал, что я ведь на самом деле могу и по нескольку предметов, наверное, продавать за раз. Думаешь? Ну да, там же менюшка. Да, типа подкопить предметов, потом пойти и сразу зафигарить несколько штук. Так, вот ты. Вот ты нам, кстати говоря, и нужен на самом-то деле. У этого вообще 25-й последний. Ну, в смысле, максимально. У этого 10-й. Вот ему и будем продавать, конечно. Ну давайте. Нужно вот это задание, я считаю, выполнить. О, рейтинг А. Отличный. Но, блин, 7-й уровень такой. Кажется, это может статься, что это надолго. А, у меня нет веревок. Нужно покупать веревки. Слушай, ну тут дальше, насколько я себе представляю, на текущий момент. То есть понятно, что дальше наверняка будет как-то еще в перспективе появляться новые возможности, что-то усложняться, но... Ну, в общем, все к сожалению, понятно. Да, в нашем формате у нас нет возможности показать за раз все, мы только знакомимся с игрой. Но я считаю, что это было приятное знакомство. Мне кажется, это было приятное знакомство. Ну, такая, знаешь. Ну, такая, знаешь, сел такой и играешь. Вот просто. На это, на расслабоне. Время поубивать. Да, да, время поубивать, но зато время поубивать прикольно, прикольно. Beautiful, прекрасный молодой клубень предлагает тебе золотое яблоко. Съесть, конечно же, его. Отлично, все. Ну что ж, это игра, которая называется Holy Potatoes Weapon Shop. Господи ты, боже мой, да. И все ссылки в описании к всему, да.